Всем привет! Вы на канале Мэн Лего. И сегодня я вам покажу, как я украсил свой Лего-город к Новому году. Вы, наверное, давно у меня на канале видели этот город. Он у меня появлялся во многих мультиках. К сожалению, давно на моем канале не было Лего-контента, потому что наборов у меня новых не появлялось. И о Лего-анимации я просто... уже немного устал снимать, да и идеи у меня немного подзакончились, как бы это грустно не было. Но ничего, скоро Лего-контент будет возвращаться на канал, скоро будут и анимации, и новые, и старые. И вот так вот я украсил город. Мы можем видеть тут Санта или Дед Мороз на крыше дайнера. Также на буквы Дайнер нападал снег, здесь тоже нападал снег, здесь вот снежок, здесь снежок, вот здесь вот должна быть вот такая вот буква, это у меня, она просто отвалилась, она должна быть здесь, вот также здесь снег. Он может упасть с крыши кому-нибудь на голову. Но мы будем говорить только о позитивном. Здесь стоит желтая стиральная машина, которую я хотел добавить в свои анимации, но так и не добавил. Вот, она поэтому здесь стоит. Здесь у меня ничего нет особо. О, кошка валяется. Вот такая вот кошка. Пусть здесь гуляет. Здесь у меня буквы, типа пул, бассейн, значит. А здесь у меня украшения новогодние. Здесь женщина стоит в летней одежде и без шапки. Вообще с ума сошла. Вот, вот как правильно надо одеваться. Свитер. Все такое зимнее. Тут елка у меня украшенная. А здесь тачки. Вот Кадиллак, это Фордик с елкой, елку везет. Вот такой вот Форд, я его на канале не сильно показывал. Вот он так выглядит, вот так спереди. И у него даже открывается капот. Посмотрите, здесь такой двигатель V8. А также Импала, Шевроле Импала, я на нее делал обзор на канале, можете посмотреть. Там аж 830 просмотров собралось. Это розовый Кадиллак из Дайнера. И на нем едет вот этот замерзший парень. С темой зимы он непосредственно связан. Здесь у меня просто, ну, снеговика лепят, а тут вот люди совершают сделку. Вот космонавт. Он покупает за 100 баксов кружку у кружечного камевояжёра. Вот кружечный камевояжёр. И вот так я украсил город. Всех с наступающими каникулами, праздниками. Скоро у меня на канале выйдут куча интересных видео. Ждите сериалы всякие. Вот, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь, пишите, главное, пишите больше комментариев. Это продвигает видосы. Всем пока!